напротив сквера Серебряного, и администрация Октябрьского района благоустраивает территорию. Вот. Но я хочу вам показать пешеходную дорожку, которая здесь существует, и которую уже сколько лет никак не ремонтируют. Посмотрите, какой ширины эта дорожка, в каком она состоянии. Как здесь можно пройти двум пешеходам или мамочкам с коляской, которые идут в сквер Серебряный. Так, вот посмотрите, как в каком состоянии находится эта дорожка. Вот сейчас можно пройти здесь. Дальше на пути находится у нас столб. Это вот все идет пешеходная дорожка. Это улица 2 Хабаровская. Напротив находится здание администрации Октябрьского района. Вот продолжаем дорожку к остановке.